Всім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Місто як творіння людських рук існує вже багато тисячоліть. І чи змогли люди за всі ці роки створити концепцію ідеального міста? Усіх розуміннях цього слова. І, що найважливіше, чи змогли вони втілити цю концепцію у життя? От про ідеальне місто ми сьогодні і будемо говорити. Гість Суспільного університету Марина Препотенська, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту. Сьогоднішні слухачі в студії – це студенти Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту. Марино, вітаю вас. Тож, напевно, ідеальне місто утопія – це Атлантида. Воно і утопія, і, напевно, там все було добре, бо ми про те не знаємо. Мені здається, що ми можемо лише фантазувати про місто утопії, його не існуєш. Чи не так? Здравствуйте, во-первых, всім слушателям і зрителям. А я хочу немножко вас поправить. Ми сьогодні будемо говорити не об ідеальних городах, а о мечтах. Об ідеальних городах, тому що ідеального города, як і ідеальної житті, до сих пор не существує. Може, він не існує десь воно, але ми про це не знаємо, і ви нам сьогодні про це розкажете. Знаєте, є така пісня «Город, которого нет». Це город утопія. Но я предлагаю для начала подумати о происхождении этого слова, потому что тот, кто не занимался этой темой, думает, что такое утоп, потоп, это с этим связано. На самом деле слово греческое. Посмотрите на первый слайд. Топос – это место. А у вот этот префикс, он интересно трактуется. Во-первых, как «нигде» можно перевести. То есть это место, которого нет нигде. А если второе значение этого слова – «благо». Получается, это место, где благо. А если все вместе соединить, получается, это благо, это такое благое место, которого нигде нет. Ну, то есть мы разобрались с вами с происхождением слова. Итак, это жанр, искусство, это не только архитектура, это некое социальное мышление, очень близкий к научной фантастике, которая описывает модель идеального. И уже даже соединив все жанры, о которых мы, правда, будем попозже говорить, можно сказать об их общих чертах. Это, прежде всего, порядок. Вот мы хотим, да, чтобы у нас, например, в стране был порядок, и в жизни был порядок. Но это порядок, который настолько абсолютизируется, что автор, который придумал этот порядок, не сомневается. Именно так и нужно жить. Это абсолютизация порядка. Следующие два слова вам могут быть незнакомы. Элитарность и эгалитарность. Все утопии делятся на два класса. В одних все абсолютно равны, эгалитарный, а в других существует элитарность, то есть некая иерархия. Есть господа, есть подчиненные, даже рабы. Это, как правило, с точки зрения автора очень красиво, эстетично, но оторвано от реальности. Движемся дальше к тому, какие вообще существуют утопии. Это утопии социальные, которые прежде всего связаны не с городом, как архитектура, как окружающей средой, а с жизнью людей, с устройством социальным. Это утопии сугубо эстетические, которые связаны с материальными объектами города, архитектурные утопии и экологические. Иногда их все вместе объединяют. А вот какие сегодня самые популярные утопии – это утопии психологического здоровья. Чувствуете, насколько люди современности акцентуированы, что мечта об общем психологическом здоровье кажется утопичной. Это утопия справедливого рынка, утопия, где есть культ образования, вот мечты о будущем, где образование прежде всего. Это виртуальный New Age, в данном случае имеется в виду дружба всех наций, народов, стирание границ между людьми, трансгуманизм, экологический рай, который нам намекает, что высокие технологии смогут вроде бы когда-нибудь обеспечить совершенную жизнь. И, конечно, как говорил наш уважаемый ведущий, истоки утопии в Атлантиде. Да, там, там в усих разумениях этого слова. Да. Атлантида... Мечта человечества только с оглядкой назад. Вообще все утопии бывают или ретроспективные, то есть это мысли о том, что золотой век когда-то был. И прогрессивные, которые направлены в будущее под девизом «вот когда-нибудь». Это возможно. Золотой век человечества. Вся структура Атлантиды была жестко подчинена системе Пифагора. То есть это было обожествление числа. И было число одно из таких магических, это 50. То есть было 50 кругов, это был остров.
50 кругов водной, земляной, 50 так называемых стадий было от берега. А что самое главное, это абсолютизация порядка в Атлантиде. И масса утопических проектов городов, они то, что называется солярные. Это отражение порядка космического на Земле. А кто-то знает, как вообще слово «космос» переводится? С греческого. Вот вы сейчас узнаете и удивитесь. Это порядок, буквальный перевод. Отсюда косметика, девочки, упорядочение своей внешности. Не было тут совершенно свободных людей, потому что они делились на правителей, на воинов и на работников. Мечта Платона, вы, наверное, уже по философии это учили, о том, что страной, чтобы она стала идеальной, должна управлять, говоря нашими словами, интеллигенция, а именно философы и аристократы. Столица Атлантиды – Посейдония, потому что, по легендам, именно Посейдон, бог моря, эту Атлантиду и сотворил. И очень разумная инфраструктура, то есть связи между всеми частями, между всеми людьми. Где Атлантида? До сих пор спорят. Каждый год появляется какая-то новая сенсация. Как правило, ее помещают или в Атлантическом океане, иногда на месте Бермудского треугольника. Ну а греки уверены, что она в Эгейском море, совсем недалеко от них, там, где находится самая глубокая морская впадина Земле. Вот там она, может быть, еще и хранится. Возможно, когда-нибудь мы узнаем правду. И если перепрыгнуть через столетия в эпоху Ренессанса, а я напомню, что Ренессанс – это возрождение античной культуры, античной философии, античных образцов, мы встречаем таких замечательных авторов новых утопий, как Томас Мор и Томмазо Кампанелла. Томас Мор, который был лорд-канцлером Генриха VIII, очень любил современную социальную жизнь Англии и написал роман, вот его название «Золотая книжечка», столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия. А вот интересно, что большинство утопий, они не помещались в центр суши, где-то среди других городов, это было нечто автономное, на земле или в небе, или в воде, и вот остров Утопия, да. Мора. Две части в этом романе. Первый, он нещадно ругает современную для него Англию, это все всегда умели, ругать существующий порядок вещей. Вторая часть – это рассказ об острове. Какие там были вот якобы идеальные условия по Томасу Мору? Ну, во-первых, общая трудовая повинность. Все работали. Но вот минусы какие, странности в этой утопии, что каждый человек должен был заниматься только одним делом на протяжении всей своей жизни. Работа, ремесло и немножко свободного времени, которое посвящали наукам. У Мора идеализировалась семья, то есть считалось, что в городе будущего, в государстве будущего обязательно будут семьи, такие ячейки патриархальные. Эти семьи каждый день должны были по 30 тысяч людей собираться на свои трапезы. Город и остров были построены по жестким таким геометрическим канонам. Но все-таки черную работу, как думал Томас Мор, должны делать избранные, то есть рабы. Такой вот класс людей, которые больше ничего не умеют делать. Томмазо Кампанелла создает знаменитую утопию «Город солнца». В отличие от Мора, он помещает этот город уже на конкретный остров, известный, наверное, вам остров Цейлон. И в своей идеализации будущего города и государства Кампанелла идет дальше. Он считает, семья не нужна. А все обобщено. Дома, спальни, столовые. И каждые полгода меняют люди партнеров. Под жесткий контроль берется эмоциональная такая вещь, как любовь. Государство должно управлять, так прямо хочется сказать, спариванием. Потому что должны выбираться лучшие. И дети, каждое поколение должно быть все лучше и лучше и лучше. Обязательный труд, но не такой длинный, как вот у Томаса Мора, в его идее. И что надо сказать, в этих же первых утопиях все люди объявлялись практически равными. Все работают, все одинаково получают, и все вообще одинаковые, и города одинаковые, и одежда одинаковая. И вообще масса утопий в истории города, в истории теории города, они превозносили вот эту самую одинаковость. Как бы мы себя чувствовали, если бы нас заставляли вот одинаково совершенно выглядеть, говорить и быть вот такими вот роботами. Роберт Оуэн и Генри Форд, авторы следующих утопий, отличаются от своих предшественников тем, что они попытались их осуществить. Роберт Оуэн, талантливый инженер, он создал общину «Новая гармония», где люди должны были работать на благо прежде всего государства. И в этой утопии приоритет государства провозглашался
абсолютнейшим. Надо сказать, что эта община, она была в Шотландии. Эта община не нашла своего развития, потому что не была учтена экология, а появились эпидемии, люди болели, и также финансово она не была обоснована. Но, тем не менее, это первый такой вот проект осуществить утопию. Ну, к сожалению, вот он недолго просуществовал. Генри Форд считал, что он в своей жизни сделал самую большую ошибку, когда построил Фордландию. Это коммуна, которая должна была в Бразилии выращивать каучук из специальных таких деревьев. Это были индейцы, которых он американизировал. Он начал кормить их бургерами, одевать им бейджики. Люди восстали в 30-м году. И на этом все и окончилось. Сейчас там одни руины и выращивают рис на этих плантациях. Сад, город-сад. Одна из известных утопий, Эбенезер Говард, считал, что экология никуда не годится современная, а нужно жить в парках, в садах. Обратите внимание, опять радиальный принцип построения города, то есть гармония ландшафта и архитектуры. А вот уже в наше время, 2000-е годы, проектанты утопии пошли еще дальше. Цветан Ташков, это болгарский архитектор и большой мечтатель, который жил в Лондоне, предложил Лондону в начале 21 века вот такой проект экологического города-сада. А вы видите на фотографиях, это должны были быть высоченные такие вот сферы. Как вот к ним подниматься? Наверное, только на скоростных лифтах. И там наверху все для природной, естественной жизни человека. И сады, и парки, и даже можно было заниматься сельским хозяйством. Это все разработал, сделал макеты, но не убедил британское правительство. И пока этот проект притормозили. Хотя вначале к нему отнеслись очень серьезно. Безусловно, одной из самых таких черных страниц в истории городов утопий является нацистская утопия гитлеровского архитектора, любимого Шпейера, который думал, что Третий Рейх должен стать чем-то более значимым, чем Рим, древний город, то есть Берлин должен стать более значимым, должен стать просто супер-арийская такая урбанистическая система. Предполагалось, что весь город, это будут две всего лишь трассы на 50 километров. В конце, как вы видите, вот это круглое здание именно Рейха. И внизу фотография, как Гитлер беседует с архитекторами по поводу элементов. Люди должны были жить в казармах, подчиняться орднунгу, ну, немецкое слово орднунг, наверное, вам знаком, так, геншпатирен, унтер-офицерен. И что помешало этой утопии? Помешала Вторая мировая война и, слава богу, разгром и фашистов, и этой утопии заодно. Плавающие города – это утопия уже такая, которая появилась в конце 20 века в связи с, я не знаю, то ли миф, то ли это действительно правда о глобальном потеплении. Хотя, скорее, правда, потому что уже есть и симпозиумы по глобальному потеплению. Это ведет к тому, что если сейчас океан занимает 72% нашей планеты, то, может быть, все 99%. То есть люди, которые пессимистически смотрят на соотношение воды и суши, считают, что уже сейчас нужно думать и создавать плавающие города для человечества. И видите, а это города, которые оторваны от остатков суши, они абсолютно автономные, они работают на солнечной энергии, на энергии приливов и отливов, как правило, тоже сферической формы. И вот вы видите одного из инженеров Бакминстера Фуллера, еще в 60-х годах об этом начали думать. И вот его одно из произведений внизу тоже – это город-корабль. На таких городах-кораблях не должно было быть много людей, это обычно не больше 30 тысяч. Вы скажете, что это абсурд и утопия. На самом деле уже существует в мире так называемый свободный корабль. Это 12-этажный дом плавучий, который раскупили многие богатые люди. До 20 миллионов стоит одна каюта, и он плавает по морям и океанам. Летающие города. Я только хочу сказать, что наверху не летающий город, а еще один плавучий. А вот внизу уже идея космической мегаструктуры Джерарда Нила. Это 70-е годы. А вообще идея об утопиях космических идет от Циолковского, который считал, что космос необходимо завоевывать, и мы должны быть впереди планеты всей в этом. Утопии космические появились, конечно, после полета Гагарина, после того, как СССР думали, что мы и
останемся пионерами космоса. Антиутопия. Вот что это значит, антиутопия? Может быть, кто-то знает? Если есть утопия, мечта об идеальном порядке, об идеальном государстве, что такое антиутопия? Ну, вероятно, это прямой антипод к утопии, то есть город, который показывает нам абсолютно неприемлемое для нас будущее, то есть ужасно. Да, совершенно верно. Это утопия, которая доведена до абсурда, до гротеска. И вот мне в связи с этим приходит такая идея, что если люди абсолютизируют порядок, то это приводит к тоталитаризму. То есть получается, надо всегда немножко не дожать, потому что полный, абсолютный порядок требует тоталитарной власти. Между прочим, точно так считал наш с вами земляк, знаменитый философ Бердяев, Николай Бердяев, а еще один известный социолог, известный вам, наверное, по лекциям, Карл Поппер, был убежден, что люди хотят на Земле создать рай, а создают всегда ад. И что вообще все социальные катаклизмы, революции, войны виной утопия. Мечта о якобы новом порядке, которая потом разбивается, к сожалению, от тысячи, а иногда даже о миллионы жизней. Эти люди видели опасность в утопиях. В СССР запрещенная книга, знаменитая антиутопия «Мы», где идея вот советской унификации, преданности государству превратилась в гротеск и в сатиру, потому что тогда даже такая песня была раньше, думая о родине, а потом о себе. Конечно, что-то в этом есть и хорошее, и патриотично, но не до такой же степени. Во что это может переродиться, написал Замятин в своей замечательной книге. Советую почитать. Очень легко, интересно читается, как сегодня написано. Братья Стругацкие, «Град обреченный», кстати, так нужно читать, назвали эту книгу, создав так называемый эксперимент. То есть город-эксперимент, в который съезжаются люди из разных стран. Вы читали? Ага, ну вот я чувствую, что вы уже заинтересовались. Мы знаем, что многие романы Стругацких экранизировали. И не получился этот эксперимент. То есть по созданию в идеальном городе идеальной жизни, наоборот, это превратилось в тюрьму народов, и главные герои с трудом вырываются из этого города и счастливы, что им это удалось. Ну, конечно, там внутри очень интересные интриги и размышления о жизни, о любви, о смерти и, опять же, об этом порядке, который доходит до абсурда. Что внизу слева? Панем – это что? Это «Голодные игры», знаменитый роман и фильм. Еще не все книги экранизировали. Коллинз, это писательница, напомню, Сюзен Коллинз, она одно время была самой популярной писательницей-утописткой в мире. И старый миф о Минотавре, который съедает самых молодых и красивых, здесь получил свое воплощение. И мы видим элитарную структуру утопии, которая на самом деле несет смерть, разрушение, то есть является по сути своей антиутопией. И только любовь – это единственная сила, которая способна победить негатив и деструкцию в этом сюжете, да может быть и вообще во всех жизненных сюжетах. Может быть, единственный пример утопии, которая во многих своих чертах осуществилась, это знаменитый город Куритиба в Бразилии, где много диких обезьян, да, в Бразилии, где есть фавелы, где царит социальный контраст, где масса нищих, и коррупция, и бандитизм. И вот один город, куда съезжаются урбанисты со всего мира, в течение 20 лет, благодаря мэру, мэр Жайм Лернер стал образцом экологическим. В городе нет машин, нет смога, нет шума, нет преступности, нет безработицы, нет никакой ксенофобии. А уникальный зеленый город, парки, фонтаны просто утопает в зелени и радует тем, что до сих пор Куритиба живет и показывает, что да, если хочешь, можно решить даже транспортную проблему, потому что превалирует в этом городе общественный транспорт, такие вот специальные автобусы скоростные на рейках, они же и бесшумные, которые всегда приходят очень точно и помогают людям создавать трафик в городе. И последнее хочу рассказать об уникальном проекте «Венера». Он уникален хотя бы потому, что автору этого проекта, Жаку Фриско, вот в этом году исполняется 100 лет. Он жив, здоров, ну, по последним сведениям, так. Он общался еще с Эйнштейном. Человек совершенно невероятной судьбы. Один из самых оригинальных, может быть, все-таки не утопистов, а реалистов, потому что этот проект
основан на высоких технологиях современных. И вот как раз все те идеи, которые вначале мы с вами перечисляли как черты утопии, Жак Фреско в своей лаборатории, это штат Флорида, прежде всего, он собирается их осуществлять. Сейчас по всему миру есть филии. Венера называется, потому что, я так полагаю, есть некий крен, опять же, в освоение космического пространства. И он считает, что главное зло нашей жизни – это денежные отношения. Это неравенство, это, говоря простым языком, бедные и богатые. Что вот здесь вот все проблемы, все трагедии человечества. Поэтому он предлагает тоже некий такой социалистический идеал, то есть прекращение товарных отношений, а вернее денежных, на основе товарообмена. Но при культе образования, искусства, духовного возрождения и у нас остается открытым вопрос о том, возможна ли утопия. Мне кажется, что в большей мере это мечта человека. И вот один поэт Беранже написал строчки, посвященные утопистам Фурье и Сен-Симону, о которых обо всех не расскажешь. Мы сегодня не говорили, но строчки я прочитаю. «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Найдутся ли новые авторы утопии? Якщо людство за весь цей час не змогло ще створити утопію, чи, можливо, це і правильно, можливо, є і працює якісь запобіжники, все ж таки утопія перетвориться на ті квазі-утопії, які ви щойно нам показували? Це матриця цієї проблеми, хоча деякі елементи, ми бачимо, втілюються. Сьогодні є екоміста, сьогодні є екорайони, досить благополучні такі острови. Але ідеального нічого у світі немає. Знаєте, багато філософів, там Фома Аквінський і Кант, правда, наприкінці свого життя, вважав, що це єдиний доказ існування Бога, що в житті нічого ідеального немає, але в людині начебто запрограмовано це бажання до ідеального. В цьому місті, незважаючи на дійсно велике озеленення, як ви сказали, утопія утопає, да? Це ще одне веселе слово. Незважаючи на ці дійсно хороші автобуси, там смішні ще такі зупиночки є, але злочинність велика вночі. Вночі радять не виходити на вулицю. Через те утопія в соціальному плані все ж таки кульгає. А я вам скажу чому. Тому що вже інший мер. Розумієте? Бо Лернер пішов на певний час тому назад, пішов вже на відпочинок. Прийшов інший мер з іншою командою, з іншими цінностями. Тому, розумієте, Курітіба, такою, як вона була 20 років, це перш за все нам доводить, наскільки багато залежить від особистості, від лідера. В Сент-Луісі теж доволі в новітні часи, в 54-му, здається, році, було створено цей великий квартал для бідних. І врешті-решт за 10 років це перетворилося на дивовижний злочинний район, де в усьому районі платило 2% населення квартплату. А решта – це були місцеві банди, які ганяли, всіх жахали. І певна мрія, яка була, певний ідеал, він перетворився на навіть ще більший… На антиутопію. На антиутопію, розумієте? Це якийсь парадокс. Тобто, коли переїжджали, люди протестують, і це перетворюється в нечто асоціальне. І він не опустився до стану, до нормального, до нашого, такого ніби звичайного, да? Це було ото, а потім опустилися до реальності. Ні, вони ще далі пішли. Знаете, если даже у Уолта Диснея, который в огромной тайне, секретно в лаборатории создавал проект «Утопии», не получилось ее создать, а остался нам только игровой, именно вот этот, игровая часть «Утопии», что уж говорить о других. И знаете, даже не состоялись утопии, которые потакали человеческим порокам. Например, была утопия под названием «Город пьяниц» в Штатах, и просили авторы инвестиций, там должно было быть все для алкоголиков. Заведения, заводы, пивоварни, и даже чтобы они там не падали на улице, самодвижущиеся такие дороги, как эскалаторы. Никто не спонсировал в итоге этот проект. Чего только не было в утопических планах. Я бачу, глядачи навіть зацікавились и начали подходить, да, начали говорить про це місто. В последнее время очень стал популярен город и страна Сингапур. Там был правитель, он правил, по-моему, 30 лет, и он поднял из таких низов город в экономическую, ну, буквально экономическую
центр, вот юга, вернее, Восточной Азии. Ну, есть даже такое словосочетание «сингапурское чудо». Да, но это же не утопия, это правильно? Это не утопия, это личность, которая смогла думать не только о своем обогащении, но и о людях, о будущем города, о своей доброй славе. Сегодня говорят о китайском чуде, ну, естественно, все годы говорят о японском чуде. И даже, ну, может, некрасиво я сказала, но и о вьетнамском. Потому что если человек хочет, то даже в таких зонах, где нет ни своих полезных ископаемых, ни хорошего ландшафта, сейсмически опасных зонах, можно построить город гораздо более совершенный, чем в других местах. Если есть добрая воля и специалисты, которые работают с огромным энтузиазмом. Да, Сингапур один из примеров. Некоторые мечты имеют обыкновение сбываться, так что осторожно с мечтами. Запам'ятали. Марина, спасибі вам за лекцію. Спасибо. Що ж, Курітіба далеко, Атлантида давно, а ми є тут і зараз. І в чому утопія? Можливо, в тому, що потрібно просто робити чистим парадне, мати нормальний клімат в родині і час від часу приносити подарунки сусідям, які живуть в квартирах навколо вас. Хто його знає? Дбайте про себе, про навколишніх, і, можливо, утопія прийде й до нас і до вас. На все добре, до наступної лекції. Лекція була дуже цікавою і корисною. Дізналась багато нового, як і серйозні речі, так і такі, знаєте, смішні собі про міста утопії для алкоголіків. Було дуже цікаво знати о різних видах утопії, типічних містах. Для мене було дуже новим от саме знання про місто Курітиба.